Привет, я Алексей Гневшев, и сегодня мы подробно рассмотрим процесс создания натюрморта. Вот этого натюрморта. Сам натюрморт достаточно прост. Мы оставим во многих местах фон, сделав акцент только на главных объектах. Но сперва мы должны поставить сам натюрморт. Для этого нам понадобится мандарин, который наверняка у вас завалялся дома с Нового года. И у меня дома также есть красивая сахарница, очень тонкой, красивой работы. Теперь простой холст всего 20 на 20 сантиметров я записываю акриловой краской, которую можно найти в любом магазине, художественном, так и строительном. Теперь приступаем к рисунку. Рисунок очень важная часть натюрморта и вообще работы в целом, потому что именно он нам помогает сохранять и пропорции, и композицию произведений. Сейчас я нахожу крайние точки объектов в пространстве, находя их расположение и композицию на полотне. Чтобы найти нужные точки, очень важно смотреть направление движения линий. Это может быть как и стороны натюрморта, это может быть контрастные места в натюрморте, движение ручки, движение ложечки, торчащие сахарницы. Очень важно следить за направлением этих линий. С помощью них мы сможем найти нужную нам точку, там где-то линия заканчивается, и найдя эту точку, мы определяем объект в пространстве. Теперь вводим в работу маслом. Сперва я аккуратно подчеркиваю рисунок и нахожу его контур. Я нахожу нужные направления драпировок, намечая их светлыми оттенками серого. Краску я мешаю на палитре, но это не мешает также подправлять и находить нужный цвет уже на самом полотне. На палитре я предпочитаю такие цвета. Расположите цвета в удобном для вас порядке. Также не забывай использовать разбавитель. Стараясь сохранить максимальную концентрацию, нахожу важные крайние точки. Это могут быть блики, темные пятна. Очень важно сохранять эти отношения между точками и постоянно держать их во внимании. Нужный цвет вы всегда сможете найти на палитре. Постепенно и не спеша наносим пятна, которые повторяют рисунок. Также важно как можно чаще вытирать кисточку, чтобы вы не смешивали цвета. И можно было каждый раз писать новый кусочек.
Мешаем цвета мандарина. Не бойтесь экспериментировать. Ищите новые цвета, новые варианты смесей. Если вы нашли новый оттенок, который вам нравится или подходит, запомните, как вы его сделали. Это вам понадобится и пригодится в последующей работе. По технологии верно, когда цвет состоит из 2-3 цветов. Иначе говоря, не делайте смеси, где больше 3 цветов. Постепенно пятна будут формировать форму. Взаимосвязь пятен. Это как сложная паутина или сложный узор. Всему свое место. Важно понимать, что в работе не должно быть ни одной лишней детали. Все взаимосвязано в одну единственную систему. В этой системе мандарин связан с сахарницей. Он един. Да, пространства не отдельны, но в вашем картине они должны обладать максимальной взаимосвязью. Если взаимосвязь есть, рисунок и живопись выглядят убедительно. Этот принцип, который мой учитель называет «система напряжения линии», очень похож на то, как туристы ставят палатку. Вам нужны растяжки, чтобы палатка стояла и ее не сносил ветер. Если растяжек нету, а растяжки — это нужная точка и линия, соединяющая эти точки, то ваша палатка, ваш приют не выстоит перед даже слабым ветром. Постепенно вместе с сахарницей я набираю мандарин. Не забывайте пополнять краски. Также не забывайте про рефлексы. А рефлексы такого яркого предмета, как мандарин, будут довольно заметны как на сахарнице, так и на драпировках. Теперь наносим узор на сахарницу. В работе очень важно не терять концентрации. Вы как мозаист складываете мозаику, в которой каждый кусочек имеет очень важную роль. Постарайтесь с максимальной пользой использовать возможность наблюдать объект с натуры. В нем гораздо больше информации, чем в любой сухой теории. Постепенно мы намечаем тени. Также набираем блики. Я использую принцип Вермеера, который от полутонов, самых усредненных оттенков, постепенно набирал свет и тень, тем самым набирая контрастность.
постепенно, более крупной кисточкой, смягчаем контрасты. Уточняем. Вот такой у нас получается мандаринчик. Когда уже намеченная сахарница и есть мандарин, я расширяю свое поле деятельности. Прорисовываю драпировки, фон за мандарином, тем самым выделяя его. Также очень важно знать принцип контраста. В тех местах, где соединяется свет и тень, обычно свет самый контрастный, а тень самая темная. В драпировках очень хорошо прослеживается принцип контрастности, игра света и тени. Самые сильные контрасты лучше делать на переднем плане, перед предметами. Это будет усиливать ощущение объема. Теперь можно взяться и за узор. Его ни в коем случае не надо выписывать так же, как в оригинале. Достаточно пятнами, размытыми пятнами наметить его. Главное правильно передать светотень, играющий на нем. Если вы сделаете акцент на тонкости узора и забудете про светотень, вы приобретете декоративность, но никак не живописность. Вот так постепенно мы набрали узор. Найдя нужный оттенок синего, аккуратно подводим узор. Постепенно усиливаем блики. Смотря на оригинал, вы можете заметить, где блик самый яркий. Либо несколько мест таких. И в тех местах можно использовать чистые белила. Как самое яркое место в работе. Thank you.
Главный враг художника, особенно начинающего художника, это спешка. Никогда не бойтесь написать что-либо в 2 или в 3 захода. Не надо торопиться, не надо стараться написать драпировку за один раз. Сперва напишите в полутонах, не доводя до максимально белого или до максимально темных оттенков. Это вы потом наберете, когда будете видеть картину в целом. Постоянно подводим и уточняем контуры. Сейчас я утемняю тень, тем самым вырываю сахарницу и отрываю ее от фона. Вся работа делается постепенно, шаг за шагом, слой за слоем. Теперь постепенно я набираю рисунок на сахарнице, ведь в оригинале он гораздо темнее. Теперь аккуратно я его довожу до нужного состояния. Опять-таки, я не вырисовываю тот замок, который изображен на сахарнице. Мне достаточно наметить пятна, направленные по тону и по цвету, и это уже будет выглядеть убедительно. Если вижу после первого прикосновения кисти, что мазок слишком темный, я беру чуть больше белил и довожу уже поверх.
Постепенно я дописываю все новые складки драпировок. Намечая складки, я заполняю пустое пространство на холсте. Я добавил тени за сахарницей и теперь довожу до мягкого, хорошего состояния свет на сахарнице. Усиляю контрасты, тени. Подмечаю нюансы игры света на форме. Вот так постепенно приближаемся к финишу нашей работы. Все тонкости натюрморта я списываю с натуры. Также при необходимости я растираю пальцем, смягчая стыки. На мандарине
объемными мелкими мазками я окончательно намечаю блик. Где надо, смягчая, в других местах наоборот обостряя форму. Усиливаю контраст мандарина, подводя его тень. Заметьте, что весь натюрморт я написал с помощью всего двух кистей, тоненькой и чуть побольше. А теперь последний штрих. Подпись. Подпись — это как последняя точка в завершенном произведении. Надеюсь, вам понравился данный видеоурок. Успехов вам в ваших начинаниях! С вами был Алексей Гневушев. До встречи!